Добрый день, дорогие друзья. Вторая версия часов выполнена на печатной плате, сделанной в Китае, как и первая версия. Но в данном случае используются светодиодные индикаторы за место нумитронов IN9. Часы могут показывать все то же самое, за исключением того, что еще показывают давление, потому что вместо просто температурного датчика DS18B20 применен BMP-180, который показывает давление в миллиметрах ртутного столба в пересчете и высоту над уровнем моря. Ну, высота над уровнем моря в данном случае не актуальна. Незачем, не вижу ни особого смысла. Но давление в миллиметрах ртутного столба таки показывает. Несколько плат лишних есть доступны для повторения. Что же показывают наши часы? Время, дата, температура и давление в миллиметрах ртутного столба. Датчик, видно, находится не на своем месте, так как видите, здесь посадочное место для него есть, но по необъяснимым причинам он отказывается здесь работать. А пришлось запаять вот тестовый модуль, отладочная платка вместе с датчиком, просто параллельно шине I2C или I2C, you know, как любят многие говорить. Схема претерпела значительные изменения. Теперь у нас используется здесь динамическая индикация вместо статической, а это минус 4 микросхемки маленькие. Но того требовали нумитроны, потому как там есть свои нюансы в работе, пришлось использовать статическую индикацию. Ну и здесь динамическая, да, и собственно можно было, вот как мы видим, DS3232. Часовая микросхема, большой такой толстяк, вместо нее можно было использовать, конечно, DS3231, которая похожа вот на контроллер заряда по размеру, в принципе. Две кнопочки у нас, две. Одна для показа текущих настроек, часы, календарь, давление, а вторая кнопочка точно такая же, как эта, для установки всего, что я выше сказал. Единственное, что, ну, естественно, давление мы выставить не можем, потому как это показывает датчик, который замеряет давление на ходу, на лету. Единственное, при установках мы должны выставить год, для того, чтобы микросхема DS3232 могла определять, высокосный год, да или нет. Значит, установки выглядят как? Нажимаем нижнюю кнопочку и нажимаем верхнюю. Оп, это часы, минуты, это месяц, это дата, число месяца, это год, по умолчанию 2000, и на этом все. Сейчас не 12 января, сейчас 12 июня 2022 года. Вот. Календарь я не устанавливал умышленно, чтобы просто прослеживать уже, сколько времени может работать от одной зарядки. Аккумулятор небольшого объема, буквально, сколько же здесь, 180 мАч. И вот, как мы видим, 12 число, ну, 12 дней. Но это без интенсивных показов, буквально несколько показов в день. Утром, вечером и где-то еще там, может быть, вечером еще парочку. Но по выходным дням более интенсивно. Вот, ну, 12 дней. Провода от программатора, как видите, еще пока запаяны. Один проводочек, правда, оторвался, но не страшно. Я просто экспериментирую с вот этими звуками пипи, которые озвучивают переход от одного пункта меню к другому. Ну, думаю, что на этом и остановлюсь, если буквально сегодня-завтра, может, не придумаю чего-то такого более изящного. Вот, ну, на этом, собственно, и все. Вот. Сейчас происходит у меня изготовление корпуса для этих часов. Выполнен будет он традиционно, как и предыдущий, из листовой меди, толщиной, возможно, с толщиной стенки, возможно, 1,5 мм, может быть, это даже будет медная труба.
гнутая, паянная, как-то там выгнутая, приданная, и будет какая-то причудливая форма, не знаю пока. Эскизы пока только есть в голове, ну, чуть-чуть на бумаге. Ну, в общем, вот такие часики. Все, ребята, всего наилучшего. Дерзайте. Чао.